Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня Сара Белар, и я хочу пригласить вас на очень уникальный марафон, который сейчас как нельзя кстати. Этот марафон называется «Генеральная уборка в действии. Как в своем жилище создать созидающую энергию». И у нас будет этот марафон 5 дней. Мы с вами будем встречаться на протяжении 5 дней, и вы узнаете, как на самом деле понять, да, и какие есть признаки того, что наше жилище нуждается в очищении, в генеральной уборке. Что, какие признаки могут нам об этом говорить, мы об этом поговорим. Также во второй день я расскажу вам, каким образом правильно подготовиться к этой генеральной уборке, что нужно подготовить и как подготовиться самому, потому что это тоже очень важно, наше внутреннее состояние синхронизировать, да, со своим жилищем. А дальше в третий и четвертый дни мы поговорим о том, как применить силу земных стихий для того, чтобы защитить и очистить наше жилище. И это такие стихии, как огня, огонь, воздух, вода и земля. Да, 4 стихии основные. И я вам расскажу формулы и расскажу вам древние обряды, которые есть очень мощные, да, которые можно здесь применить для очищения и защиты своего жилища. И, конечно же, потом мы задаемся вопросом, а как же это все, эту генеральную уборку, как сохранить эту созидающую энергию для того, чтобы в нашем доме постоянно были положительные эмоции, радость, чтобы не было ссор, конфликтов, да, чтобы у нас был хороший сон, чтобы мы просыпались отдохнувшими, с желаниями что-либо делать, чтобы мы не чувствовали утечки энергии, как сохранить и приумножить вот эту созидающую энергию. Об этом мы поговорим в 5-й день. Обязательно приходите, будет очень полезно, очень интересно. И я дам как раз магическую формулу, такую интересную, основанную на новых знаниях, новых энергиях, которая вам поможет сохранить и приумножить в своем доме энергию здоровья, процветания и счастья. Приглашаю, приходите, будет интересно.